Евгений Золотов, Валерия Пожлакова, Минск. И призеры Кубка Триады, латиноамериканская программа категории «Дети», бронза и третье место. Василий Леонов, Эмилия Карпач, город Гродно. Бронзовые призеры финального раунда. Второе место и серебряные награды в финале завоевали Дмитрий Зинько, Эмилия Черич и Минск. Кубка Триады 2024 года, возрастная категория «Дети», латиноамериканская программа. Первое место. Игорь Азаец, Алиса Ганаш, город Минск. Лучшая пара латинского финала, возрастной категории «Дети 1+2». Поздравления победителям, призерам, финалистам.